Всем привет, с вами Диана Суворова, и это мое первое видео в 2022 году. Я поздравляю всех с наступившим Новым годом. Надеюсь, что этот год будет намного лучше, чем все предыдущие. Нам этот год принесет только радость, классные моменты исполнения всех наших мечт, крепкого здоровья хочу всем пожелать. Также хочу всем пожелать классной косметики, чтобы макияж не подводил, чтобы стрелки были ровные, тени не скатывались, помады были стойкие. В общем, чтобы все было так, как вы хотите. В сегодняшнем видео буду тестировать новинки от Glam Beam. Еще в конце 21-го я зашла в Еву и увидела, что в принципе у многих брендов, именно бренды, которые принадлежат Еве, это Patricia Ledo, Glam Bee, LCF, обновилась линейка, появились новинки, и, конечно же, мне очень интересно, прям целая коллекция вышла у LCF, если интересен тест-драйв, дайте знать в комментариях. Я знаю, что будут выходить новинки у Patricia Ledo очень скоро, может, они уже появились на момент выхода этого видео, но меня заинтересовали новинки Glam Beam, коллекция, которая называется Gravity. Вот так она выглядит. Такая яркая, вообще прям вот бросается в глаза, когда заходишь в магазин, прям вот так вот кричит: смотрите, я здесь новенькая. В общем, в коллекции вышло несколько палеток теней, квадратные палеточки, там их несколько было оттенков, они меня не очень заинтересовали. Есть вот такие две палетки большие, и здесь я взяла палетку, которая очень сильно похожа на палетку от Huda Beauty Nati. У меня просто какое-то дежавю, потому что буквально в конце прошлого года я снимала видео с новинками от Evelyn, и там тоже была палетка, ну просто копия палетки от Huda. Так что в следующем году вангую, все будут копировать Rose Quartz. Готовьтесь, в общем. Я уже успела, кстати, сделать несколько свотчей этой палетки. Надо сказать, что свотчи здесь хорошие. В бюджетной косметике в последнее время с пигментацией все нормально. И шиммеры здесь яркие, и матовые здесь просто как масло какое-то. Есть здесь даже вот такой вот странненький оттенок. Я даже его, честно, не хочу пробовать, потому что это какая-то, ну, честно, ерунда. Просто вот капсулированные какие-то красные шарики, такие, знаете, шиммерные в каком-то геле. Здесь есть, кстати, еще и консилер, вернее, это как база под тени. Мне кажется, то, как она выглядит, и то, что у нее внутри, совсем не стыкуется у меня. Вот так. Потому что если вот здесь палетка сделана и внешне, и внутренне органично, то здесь она, ну, слишком просто яркая. Средство для лица в очень необычных упаковках. Я их еще, кстати, не тестировала на лице, поэтому буду делать макияж и уже где-то к середине видео поделюсь с вами всеми своими заключениями. Самое интересное, то, что меня прям вот очень сильно привлекло, это вот эти дуохромные, мультихромные, я бы сказала, кремовые тени. Мне кажется, бренды просто тоже сговорились. Вы, наверное, помните нашумевшую коллекцию от La Mer Moonrise и их подводки, которые разорвали интернет. Здесь, в общем-то, вышло 4 оттенка мультихромных теней. Эти тени при нескольких источниках освещения, в зависимости от того, как поставлен свет, где вы находитесь, дневной, искусственный, они будут менять свой цвет. Из синего в фиолетовый, из розового в зеленый, из, в общем, здесь очень красивая цветовая гамма, нереальная. Это довольно сложный продукт. Я буду сегодня делать макияж, покажу вам уже в нанесении, пока что делюсь своими впечатлениями первыми. Их нужно носить довольно густо. Выглядят они вот таким образом. Здесь аппликатор такой, как в блесках для губ. Эти тени нужно наносить просто очень густо, потому что они могут плешивить, но если нанести их густо, дать им на глазах, например, усесться, не моргать, потому что они могут плешивить, то они будут смотреться очень красиво. Это будет реальный такой вау-эффект. Эти тени ни в коем случае нельзя тушевать, потому что они все на каком-то сером, на какой-то серой базе, которая растушевывается вот именно в серый, в серую грязь. Поэтому тушевать эти тени нельзя, их нужно наносить исключительно графично.
Вот, возможно, на какую-то подложку фиолетовую, там золотую, черную, в общем, например, наверх стрелки. Стрелки, кстати, им тоже можно нарисовать. Это капризный продукт, конечно, не по цене Наташи Диноны. Вот 29 или 130 гривен стоит одна такая тенюшка. В общем-то, недорого. Но танцы с бубнами вам точно понадобятся, потому что нанести это красиво, в макияж вписать, это непросто. Здесь будет затемнено внешний уголок, и внутренний уголок будет затемненный. Я возьму самый темный оттенок, шоколадный. Они, кстати, не подписаны здесь, эти оттенки. Он у меня пойдет на внешний уголок, вот сюда. Очень красивый такой цвет, насыщенный. Немножко с фиолетовым отливом, мне кажется, он тут есть. Как вы видите, пигментация хорошая. Также этот цвет у меня пойдет на внутренний уголок. Я, наверное, возьму какую-нибудь кисточку поменьше. Вот сюда. И немножко буду соединять по складке века. Центр оставляю открытый, да, для яркого оттенка. Так, я уже сделала и второй глаз, основу, и теперь надо все хорошенько растушевать. В принципе, наносить на центр века любой из этих оттенков, и они будут смотреться очень хорошо вот в окружении темного цвета, темно-коричневого, какого-то темно-зеленого, синего. Они будут смотреться классно. Давайте пройдемся по всем оттенкам, чтобы вы точно понимали, какой оттенок как выглядит. Вот давайте начнем с номер один. Я сделала здесь swatch, и вот на камере, в принципе, видно, что этот оттенок, он, у него основной цвет все-таки розовый, и он отдает в зелено-золотой. То есть на глазах он смотрится очень сложно, совершенно непонятно, какой это цвет. Здесь он, в принципе, тоже должен хорошо смотреться, но мне кажется, он будет сливаться с этим макияжем, потому что будет больше розового, то есть он будет, ну, как бы не так контрастно смотреться. Оттенок номер два я вот здесь его нанесла рядышком с первым. Они вроде как-то выглядят похожи, на самом деле на глазах этот цвет будет точно фиолетовый. Фиолетовый здесь, в принципе, был бы очень красивый. Он переливается в золото-желтый такой оттенок, золотой, очень тоже сложный, непонятный. И, в принципе, здесь бы он смотрелся неплохо, но тоже не так контрастно, мне кажется. Ну что же, оттенок номер три. Я его вот здесь нанесла. И видите, это очень красивый зеленый. Практически цвет морской волны. И при преломлении света он отдает фиолетовым. Это очень красиво смотрится. Мне кажется, этот цвет как раз вот хорошо подойдет в сегодняшний макияж. Он будет смотреться ярко, красиво. Очень будет подчеркивать на карих глазах. Мне кажется, этот оттенок будет смотреться просто невероятно. Это уже очень сложный синий. То есть у меня вот два любимых оттенка из коллекции. Это зеленый и синий. Они очень красиво смотрятся на глазах. Главное их нанести погуще, чтобы они прям хорошо переливались. И вот это реально оттенки для смоки, для вот таких вот halo eye. Возможно, я сегодня сделаю два глаза просто разными цветами. Посмотрим, как будет смотреться. В общем, но самый мой любимый — это все-таки тройка. Вот зеленый, и в коллекции La Mer Moonrise зеленая подводка мне нравилась больше всего. И здесь главное, конечно, хорошенечко натянуть века, не моргать абсолютно. В общем, это, конечно, очень сложное нанесение, особенно если у вас нависшее века, морщинистое, если там есть какие-то неровности, шероховатости, это как раз вот такое века, как у меня, то это будет прям очень сложно. Так, поэтому я не моргаю, натягиваю века. И посмотрите, как это красиво, господи. Вообще, сразу мне все нравится. О, видно. Вот сейчас повернула глаз, и видно, как появляется фиолетовый. Ну и давайте нанесем, наверное, синий оттенок тоже. И сравним его. Видите, сразу видно, проявляется синий. Но он на самом деле потом будет
Фиолетовый. Вот так тут все непросто. Тени застыли. Я пока что буду делать немножечко нижнее веко. Нарисовала себе слизистую коричневым карандашом чуть. Опускаю карандашик на нижнее веко и соединяю с верхним веком. Буду работать уже тенями. Где-то есть, конечно, плешивости, потому что ну как-то очень сложно их нанести на веко ровно, особенно на мое нависшее. Ну посмотрим, как будет сегодня держаться у меня целый день эти красивые тени. Ну, в общем, незамеченными с таким макияжем вы точно не останетесь. Вот, я пока буду делать макияж дальше и пока что, наверное, накрашу ресницы. У меня, кстати, вот такая новая тушь от Эвелин из моего видео про тест-драйв. Она не осыпается, не отпечатывается, их очень хорошо прокрашивает ресницы. В общем, то, что мне сегодня надо. Я хочу сейчас сделать контуринг вот этой новинкой под номером 3. 03 это оттенок для контурирования. Вот такой он, кстати, симпатичный. Немножко теплый, на ощупь очень шелковистый. Мне кажется, что наносить его вот этой губкой, это будет что-то очень странное. Вряд ли вы что-то можете нормально здесь нанести. Вам все равно понадобится кисточка, чтобы это растушевать. В принципе, оттенок, кстати, неплохой. Но реально нужно прям кисточку, даже, мне кажется, пожестче. Немножко уходит в такой теплый подтон. И даже немножко красноватый, я бы сказала. Но смотрится довольно натурально. Не знаю, как на камере передается. В жизни смотрится живенько. Так, знаете, и румяна, и контуринг все в одном флаконе. Румяна. Вот они такого нежно-розового оттенка. Знаете, оттенок губ только лучше. Здесь тоже губка непонятная есть. И легкий-легкий шиммер, мне кажется, есть в этих румянах. Очень, кстати, они симпатичные. Ух! Тут главное легонько нанести. Тут нету явных каких-то блесток, но он слегка поблескивает, слегка мерцает. Тоже вот так вот закрывается. Выглядит довольно кьют, как сказали бы американцы. So cute. Да, действительно очень cute. И есть у меня еще один, еще одна коробочка. Она уже с хайлайтером. Нанесу прям вот этой же кисточкой, другой стороной. Вот так. Ого! Светится хорошо. Тут красивый шиммер. И цвет такой, знаете, цвет ванильный. Даже немножко нанесу под бровь на кончик носа и галочка над губой. Точно подарок для какого-то подростка, для дочки. Не знаю, но очень подростковая тема все вот это. Не знаю. Выглядит прикольно. Продукты, в принципе, неплохие. И пигментация средняя, и цветовая гамма такая, чтобы угодить как можно большему количеству человек. То я сегодня похожу со своим дуохромным макияжем целый день, посмотрю, как будут держаться эти кремовые тени, потому что, честно говоря, меня этот продукт интересовал больше всего из этой коллекции. Сложный, но интересный, в общем. Танцы с бубнами точно нужны, но все-таки смотрится на глазах очень красиво. Так что до встречи вечером. Еще покажу вам кадры вблизи, как это все выглядит. Так, приближаю макияж, глаз,
покажу вам, как это все смотрится. Видите, есть какая-то плешивость, неровность какая-то, знаете, где-то, может, моргнуло. Сейчас вот я свет поднесу сбоку, и вы видите, как тени меняют из синего фиолетовый. И сейчас другой источник света, зеленый. Так, ловлю фиолетовый, зеленый и фиолетовый есть. В общем, круто выглядит. Ничего не могу сказать, довольно эффектно. Если прям близко не присматриваться, то макияж, конечно, красивый. В общем, давайте посмотрим на тени вблизи вечером. Я хочу сказать, что они все-таки не особо стойкие. Осыпаются, если вот их потереть в конце дня. Вот так вот. Они слегка осыпаются, есть какие-то проплешины, яркость немного теряется. Вот. Так что вы видите все сами. Если хотите тест-драйв LCF, Patrice Lido, новинок из Евы, дайте знать в комментариях. И очень скоро увидимся. Всем пока!